Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о сигнализации, которую нам установили официалы перед тем, как мы забирали машинку еще. Ну, то есть доп. Услугу, которую мы заказали перед тем, как забрать машину у официального дилера. Вот так вот мы заводим машину каждый раз с утра. Привет, Сири! Заведи двигатель. Угу. Хорошо, готово. Ну вот все, двигатель заведен. Ну вот мы уже на стоянке. Машинка заведенная, греется. Сейчас, когда я подойду, получается, открывать дверки, она заглохнет. Вот машинка открылась и сразу заглохла. Первый раз, когда я завел ее, получается, дистанционно с мобильного приложения, мне потом, спустя 5 минут, пришло оповещение, что машина, двигатель остановлен. Я сразу не понял, почему. Оказывается, нужно было в настройках мобильного приложения сигнализации выставить запуск двигателя. Там стоял 5 минут по умолчанию. Я сделал потом уже максимально, ну не максимально, 20 минут сделал, получается, его. Ну вот мы сели в машину и уже обычно заводим ее, как и нужно, с кнопки. Все, машинка уже прогретая. Взять теплый воздух с дефлекторов. Можно немножко прогреть коробку. Минутку и уже сразу ехать. Кстати, я не знаю, то есть кто-то может это делать, кто-то может не делает. Я всегда, еще когда у меня были предыдущие автомобили на автоматах, BMW там и все остальные, мне как бы специалисты, которые по ремонту коробок, сказали, что всегда нужно по зимнему времени брать и прогревать коробочку. Допустим, взял, поставил ее в первый, то есть в режим драйв, чтобы она, допустим, побыла, допустим, в этом положении, пускай минутку. Потом, допустим, минута прошла, в парке, ой, в режим заднего хода ставим. И тоже, чтобы она, допустим, там прогрелась в районе минутки. Так, таким образом, как бы, коробка немножко прогревается. Там все эти процессы, то есть, запущен, все эти там вращения шестерни и все остальное. И поэтому... как бы так лучше все-таки делать, так якобы больше и дольше сохранится коробка в исправном, хорошем состоянии. Ну, это как советовали мне знакомые специалисты, кто занимается ремонтом автоматических коробок. Поэтому я всегда так делаю на всех машинах, в которых есть автомат, коробка. Ну, сигнализация, которую нам установили, называется Starline S96 версии 2 GSM. Инструкция по эксплуатации. Ну вот как это, допустим, это выглядит в мобильном приложении. Он скачал такое приложение Starline 2. Оно также самое работает с FaceTime, то есть нет никакие пин-коды, вот здесь ничего. Здесь сразу видно, сколько у нас на балансе еще на сим-карте средств, 21 рубль. Потом, сколько топлива у нас в баке, сейчас 58 литров, то есть бак полный. 84 градуса мотор, антенна, связь какая ловит, потом аккумулятор, этот, честно, я не знаю, что такое, температура в салоне и сколько машинка проехала. Как бы, что здесь, можно, допустим, машинку открыть-закрыть с помощью приложения. Вот она закрылась, нажали. Открылась. Также завести двигатель нажимаем, у двигателя заводится. Это здесь нажимаем, она будет, получается, сигналить. Ну, подаст, короче, признаки сигнализации, если кого-то нужно отпугнуть из каких-то жуликов на улице. Так, ну, мне, допустим, нравится больше все-таки. А, потом вот интересная функция еще показывает, где ваша машинка ездила. Я где-то тут надо, короче, посмотреть. Вот, о, вот. История перемещений. Вот история перемещений, где мы сегодня ездили. С какого времени и по какое. Вот где мы катались.
она все показывает. Как бы тоже интересная функция, если, допустим, кому-то даете машинку покататься. Или кто-то без вашего ведома ездит на ней. Так, что еще? Из такого интересного есть. А история событий. Это то есть показывает, когда все полностью функции, которые, допустим, что-то есть в сигнализации, оно сразу показывает. Вот охрана включена, охрана выключена. То есть двигатель запущен, там открыт багажник, все это полностью показывает. Поминутно полностью вам приходит оповещение на телефон, когда что-либо с машиной происходит. Ну и опять же, мне очень нравится вот этот момент, вот, допустим, код. Привет, Сири. Открой машину. Угу. Хорошо, готово. Машина открыта. Привет, Сири. Заведи двигатель. Хорошо, готово. Двигатель сейчас завелся и заглох, потому что он, получается, прогрет до рабочей температуры, и поэтому он не завелся. Я читал про эту функцию эксплуатации, то есть если двигатель доходит до уже своей максимальной рабочей температуры, которая положена, машина будет глохнуть. Поэтому она сейчас попыталась завестись, и все сразу заглохло, потому что уже машина в рабочем режиме находится. Ну вот, а также я еще показывал, что можно завести с ключа. Где там ключ? Вот такая же тема. Сейчас покажу. Точнее, я это еще не показывал. Да. Вот. Допустим, если вы телефон не рядом, вот, допустим, надо завести. Нажимаете 3 раза на кнопку закрытия. Раз, два, три. И машинка та же самая заведется. Ну, опять же, сейчас она заведется, заглохнет, потому что она на рабочей температуре. Вот такая вот тема. Ну, я сигнализацией доволен. А, единственное, что я говорю, первое время не знал. Вот первый день она 5 минут поработала. Я прихожу на стоянку, машина заглушена. Я думаю, что-то глюк какой-то. Оказалось, что нужно просто полазить в настройках, так как в приложении покажу сейчас куча настроек. Реально просто настройки устройства. И то есть все полностью выбирается, любую тему. Короче, настройки датчиков. Ну, то есть я сюда не лезу, потому что я ничего здесь не понимаю. Я только отрегулировал себе вот запуск двигателя, получается, общие параметры запуска, вот время работы устанавливаешь сколько хочешь. Я 20 минут поставил такого плана, поэтому, ну, больше куда я не знаю, я туда не лезу. Турботаймер и все остальное, как бы такая вот тема. Ну, сигнализация интересная, стоила она 1500 белорусских рублей. Делали это сразу официального дилера, сразу же перед тем, как еще забрали машину, они установили. Вот здесь они установили возле окошка, ну, индикатор сигнализации, а также сервисную кнопку. Единственное, что еще хотел дополнить из минусов, то, что есть... Так, надо завести машинку. Вот, допустим, вот наш ключик. Мы носим его просто так. А теперь, чтобы машинка заводилась, нужно обязательно носить с собой эту метку. Вот Starline. То есть здесь кнопочки тоже можно открыть-закрыть машину. Она нужна постоянно, чтобы была с собой. Их 2 штучки, то есть 2 ключа, 2 метки. Без них машина уже не заведется. Поэтому я вот сделал такую, можно сказать, веревочку, типа шнурок такой. Мне ее прошили вот здесь, вот, чтобы она была постоянно со мной и никогда не оставить ее дома. Вот единственный минус, который я вижу. А так, все плюсы. Дома сидишь, завел машинку, она у тебя прогрелась, пришел, она уже все тепленькая, весь лед растаял, прогрел коробочку и полетел по своим делам. Поэтому, если кому интересно, задавайте вопросики по сигнализации, что, чего, как. Обязательно с вами побеседуем на эту тему. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будем дальше вас, как бы, информировать про эту всю машинку, что с ней делаем, что с ней случается и все остальное. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока.